В Архангельской области коммуналка – одна из самых дешевых на северо-западе, сообщает сайт правительства региона. Очередное исследование провело Рио-рейтинг. За основу взяли данные Росстата. В Северо-Западном федеральном округе больше всех за тепло, свет и воду платят жители Ленинградской области. Отдают почти 12,5% дохода. В Мурманской и Вологодской тратят около 11,5% заработка. А вот в Поморье доля затрат на коммуналку составила 8,59%. Эта цифра меньше, чем в среднем по стране, и одна из самых низких на Северо-Западе. Ниже только в Калининградской области.